Сочи 5128.06.2018, обновлено, 10.12.28 июня 2018 года 1.09.1.1.5.1 Симферополь, 28 июня, РИА Новости. Военные учения у границ Крыма напоминают игру в оловянных солдатиков, и киевским властям главное не заиграться, заявил РИА Новости глава Общественной палаты Республики Григорий Иофи. Ранее командование морской пехоты военно-морских сил ВС Украины с подчиненными артиллерийскими частями и подразделениями провели учения на территории Херсонской области у границ Крыма. Как сообщили накануне в пресс-службе украинских ВМС, артиллеристы отработали вопросы поражения цели по позициям противника в глубине временно оккупированных территорий. Им важно любое военное действие привязать к политике. Делают это они неуклюже и неловко. Иногда складывается впечатление, что высшие чины Украины просто играют в оловянные солдатики. Но надо помнить им, что это не оловянные солдатики, а живые люди, сказал Иофи. Он призвал предупредить Киев, что там могут доиграться, и Москва будет вынуждена перейти к другим действиям, и это уже будет не игра. Иофи добавил, что Россия делает все, чтобы сложившиеся плохие российско-украинские отношения не перевести в разряд горячих. Украина же делает все наоборот, потому что стремится ситуацию спровоцировать. Не дай бог, если эти планы безумного украинского руководства воплотятся в жизнь, заключил глава ОБ. Подробнее о новостях Крыма на черемия.ре.ру.